Привет всем, друзья и гости канала, мы продолжаем с вами выживать и вот теперь действительно выживать. Вы помните, что нас забросили в яму? В этой яме куча зомби, есть даже быстрые, вон, смотрите. И нам из этой ямы как-то нужно выбраться, я даже не знаю как. Вот честно я вам признаюсь и откровенно скажу, что если нас сейчас свалят, а такое может быть, то нам тут просто кранты. Или если труба сейчас у нас с вами сломается. Тоже хорошего мало. Короче говоря, я тут вот стою и смотрю. И думаю, что же нам делать дальше? Как отсюда выбраться? Бегать-то понятное дело, что придется. Но прежде чем бежать, может быть, мы с вами увидим хотя бы куда бежать, да? Какую-то лестницу, что-то такое... Ну, не знаю. Я ничего не вижу. Как отсюда выбираться? Без понятия вообще. Так, сейчас вон тот мужик выбежит. Его нужно завалить. Ну, мужик не мужик. Девушка. Кровожадная. Так, ну, по крайней мере, они все дохнут довольно-таки быстро, да? Уже хорошо. Так. Вон единственное, что я увидел, какие-то трубы. Может быть, туда нужно рвать когти. Ну, давайте. Взрыв пакеты. У нас тут с вами есть. На, лови. Да где вы беретесь, а? Вас же не было. Фух. Я-то думал, я их всех завалил уже, нет? Да их тут все больше и больше. Чем это я бью его там? Труба у меня сломалась, да? Так, ну давай арматуру, доберишь ты уже, не стой. Газовая труба, давай. Взрыв пакета, пригодится. Самодельный метательный нож, еще один. А, ну вот... Хоть что-то у нас с вами появляется, да? Уже хорошо. Можно отвлечь как-то. Так, и что-то тут я еще видел, не? Так, прежде чем бежать сейчас, сломя голову. Туда мы с вами не заберемся. На ворота нам не дадут. Скорее всего, придется драться, да? И потом ворота откроют, я так подозреваю. Непонятно. Туда мы не сможем забраться, потому как ничего такого похожего нет, куда бы можно было заскочить. Вон, я вижу какой-то столбик, может с него. Так, ну давайте сходим, посмотрим. Еще одна, доберишь ты уже. Нечего брезговать. Ножка стола, возьмем. Все пригодится. Арматурина. Да. Арматурина штука хорошая. Но крайне медленная. Так, вот он этот столбик. Может на него как-то, да, заскочить. Или потом оттуда вон туда. И что дальше? Кто его знает. Еще одна труба, возьмем. Арматурина мне уже не нравится. Так, могу я, нет? Нет. Ну, ножичков, по крайней мере, нам дают немножко. Еще одна труба, брезговать снова ж таки не будем. Так, вот, вот это вот меня немножко... Интересует, но что-то сомнительно, да, что я туда смогу забраться. Давайте пробовать. Так. Ну, понятное дело. Что вцепиться наш Крейн, к сожалению, не смог. Не может, не хочет и не будет. Так, а здесь у нас чего? Вон какая-то хрень, да?
Так, а на ту хрень нужно как-то непонятно откуда заскакивать. Явно не отсюда. Да. Так, как-то вот оттуда, наверное. Но я чувствую, что мы будем с вами здесь возиться, умирать крайне долго. Крайне, просто крайне. Подпрыгнуть никак, не? Так кто бы сомневался. Так, а может быть, слушайте, может быть вот так? Нет, не смог вцепиться. Были все шансы. Но крейн наш, как всегда. Так, а что мы можем, кроме этого? Может, все-таки сюда? Слишком далеко, чтобы туда перепрыгнуть. Да ну нафиг. Так, пока нас никто не преследует, давайте мы посмотрим, может тут как-то. Не. Здесь не. Там не. Что там было? Резной молот. Возьми. Это хорошо. Так. Здесь тоже не предполагается наш туда заход. Кто его знает? Это уже получше будет. Ну, по крайней мере, трубы у нас теперь много. Так, друзья, наверное, я все-таки не знаю. Я сейчас выключу запись, и когда узнаю, как отсюда выбраться, то тогда включу эту самую запись. Потому что это может быть... Это, я так предполагаю, что это будет долго. Долго и самое главное, что нудно. Поэтому встретимся буквально через секунду. Так, друзья, но я не нашел, как отсюда выбраться. Но потихоньку перебил всех зомбаков, которые здесь были. И что-то там Раис сказал насчет того, что все равно я сейчас сдохну. Скорее всего, сейчас запустят еще больше зомбачья, и они будут еще более сильные, чем те, которые здесь были. Уцелейте в бою на арене и подберите мачете. Где-то здесь у нас будет мачете, и как-то нужно будет уцелеть. Ну, не знаю, давайте. Давайте намажемся этой хренью. Я не знаю, нужно это, не нужно. Газовая труба. Это не мачете. Вот оно, мачете. Ну, я так и думал, что здесь сейчас будет... И притом не какое-нибудь зомбачье там. Такое медлительное, а серьезное. Я ж говорю, офигеть. Ну, может, дадите мне немножко пробежаться, парни. Где он тут? Фига себе. Круто. Интересно, он один или еще будут?
где-то там. Что-то там делает. Вот, но здоровья у нас слишком мало для того, чтобы выжить, как по-моему. Ищите по продукты питания или сделайте аптечку. Да где же я здесь сделаю эту аптечку? Камни бросает, да? Опять. Я не знаю, как выжить, друзья. Скорее всего, мы тут сдохнем сейчас. Пару-тройку раз. Серьезный противник. Мало того, так он еще и вроде бы как, смотрите, слышит нас, да? Куда бы мы ни пошли, сзади к нему подобраться практически невозможно. Там что-нибудь интересное будет. Жаль. Так, у меня там были вроде бы как ножички или что-то типа этого. Давайте мы пометаем эти ножички самые. Ага, вот уже. Легче. К сожалению, ножички закончились. А здоровье у этого разрушителя невероятно. Но это все, что у нас есть. Вот эти вот отпугивалки, да? Это было, конечно же, это была жесть. Бежим, 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 бежим. Давай, 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 давай. А, это ж нужно было так подскочить прям. Отвлекайся туда, давай, отвлекайся. Так, тут какой-то молоточек у нас есть. О, бежим, 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 бежим. Давай, 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 давай. Ну, здоровье, видите, что совсем. Ничего, мало того, так тут еще эти козлы. Где вы только взялись? Ну, в общем-то, их понятно, что забрасывают сюда. Так, завалили.
Ага, ну хорошо, по крайней мере, то, что... Что у нас здоровье восстановилось, да? И а этих не очень-то... Я имею в виду, что... Вот этот хрен как был, так и остался со здоровьем. Так, ну мы сейчас по Бырику сдохнем с вами. Я даже не буду особо защищаться. Посмотрим. У него, кажется, восстанавливается, не? То есть это бесконечная история получается. Камней здесь много, всего много. Да как он с упреждением бросает, да? Просто офигеть. Наверное, вот так вот будет быстрее. Так, еще чуть-чуть там осталось. Это Раис? Наверное, да. Это был Раис. Так, ну, я специально дождался. В общем-то, понятно. Мы сейчас просто будем в наглую бежать, да его валить пытаться. Где он там? Ты где, родной? Вот он, родимый! Давай, 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 где? Так, еще давай. Есть, завалили. Вы заражены и у вас будут приступы. This will only prolong the inevitable, but try to make the best of it, eh? Let no one say I never gave you anything, Crane. No. Your skills no longer come as a surprise, Crane. The GRE selects its operatives well. Shit. Lower the platform. Drop the weapon. Chaos, Crane. Chaos is the one true order of things. But to pretend otherwise is the sheerest folly. Allow me to demonstrate. Bassam, can you hear me? Loud and clear. Publish the file. Right away, sir. And there. Easy. You maniac. You just doomed thousands of innocent people. That's what you get with your fucking chaos. You don't know what was on that file, do you, Crane? You only proved my point for me. The GRE plans to weaponize the virus, not cure it. They're only interested in profit, not saving lives. And by following their rules, you have become their trained monkey. Pathetic. All right. Kill him. Где были раньше твои навыки, да, вот.
Офигеть. Так. Come on, let's get you out of here. Green, save these people. They don't deserve all of this. You, give me that torch. Train! What are you squaring waiting for? Shoot him! I'm sorry, Doc. Бежим, бежим, действительно бежим. Немножко не туда, бывает. Так, ну нам не привыкать, в общем-то. Эта игра не о выживании, это просто развлечение и беготня. Поэтому мы бежим с вами. Еще оттуда стреляют, круто. Так, а куда нам нужно? А нам нужно наверх куда-то, да? Что? Ага, вот. Бежим. Ага, не стоим, бежим. А куда? Я не знаю. Давай забирайся, ну что ж ты стоишь? Я, правда, не знаю, зачем мне сюда забираться. Но, наверное, нужно. Так, ну здесь придется сдохнуть по-любому, потому как неизвестно, куда же тут бежать. Я надеюсь, я наверху заспаунюсь, не? Так. Ага, вот она, да? Fuck. Еще дальше. Так, а теперь куда? Куда-то сюда. А теперь что? Наверное, цепляться надо, что ли? А, вот так вот. Так, ну прибыли мы с вами куда-то, да? И здесь даже можно... Ага, вот оно. Побежали. Снова-таки. Не там ли мы... Это где мы, помните, за доктором Зерри сюда заходили? Это тот подвал или нет? Если бы это был тот, то здесь должны были бы быть винтовки, которые мы с вами оставляли. Но их, походу, нет. Нет, не сюда. Так что ли, сюда? Одиннадцать метров в ту
ту сторону. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 есть. I found a way out of the arena. Now I gotta haul ass back to Brecken. But Zara, he didn't make it. He said he gave his... В общем, надежда, как всегда, у нас с вами остается. Я превращаюсь в зомби. Бегите в башню, опять бежать. Вот, а можно не бежать, а как-то так потихоньку, не спеша. А что у нас со временем? 8 часов. Я надеюсь, что это утро. Да, и мы с вами находимся вот здесь. Ну, погнали. Фух, подустал я что-то. Так, а как отсюда? Выгребать. Вот она, наша башня. Побежали. Это я бегу, что ли? Не похоже. Наверное, у меня уже закончились все силы, да, бежать? Да, потому что бега не получается. То есть здесь нужно спешить, иначе мы превратимся в зомбака. Но спешить я не могу, потому что бега нет. Я просто ползу вот так вот. Да. Единственное, что у меня сейчас желание, чтобы быстрее это закончилось. Вот совершенно нет никакого интереса. Блин, ну скорее уже, да? Вход в безопасную зону. Да толку с ней, с этой безопасной зоны. Если мы с вами сейчас тут... Сара. Сара's dead. What? Oh, where am I? I had to hide you at the pier. Half of Rice's men are after you. Whatever you've done. It's really put them on the warpath. I have to talk to Jade. Zara, he gave her his research. She took it to Camden. Well, she tried to. Camden radioed that Rias' thugs had found his lab. So he flooded it with biters and barricaded himself in the middle. Now he's trapped. Then the connection failed. We haven't been able to raise him since. I'm going after her. How is she getting in? That part of town is sealed off. There's a group. Called the Saviors, that smuggles people through. They have a den at Nico's bar in the Cauldron near the highway. The contact's name is Cenk. Do you have enough runners to cover airdrops? The airdrops stopped 36 hours ago. There won't be any more. We're out of time, Crane. Shit. All right. I don't know if I can fix this, but I'm sure as hell gonna try. You know, most men in your situation would crawl into a hole and hide. Hats off to you, mate, and good luck. Hey Crane, так. Here's your gear. Best regards from Kareem. Kareem, huh? Well, if you see him, thank him for me. Ну что же, друзья, вот мы с вами находимся на причале. Все в порядке. Нам нужно достать вещи, но это мы с вами сделаем в следующей части и побежим дальше. Но никто и не думал, да, что все будет хорошо в конечном-то итоге. Все равно нам придется что-то выживать, как-то добираться. А, кстати, что у нас тут? Так, чертежи. Уровень выживаемости. У нас 2 уже, да, появилось. Что это у нас? Научитесь создавать щит и использовать его в бою. Мы с вами уже смотрели и решили этого не делать. Взрыв в машине. Научитесь делать ловушки в машинах. Да,
Наверное, не надо. Мы обычно бежим, просто сломя голову. И все. В общем, я не вижу. Тут ничего такого нет, чтобы можно было взять. С особыми эффектами. Ну, давайте. Давайте возьмем. Делать гранаты четырех типов. Давайте возьмем. Так, и здесь, чтобы нас постоянно не троллили, да, давайте мы что-нибудь возьмем. Все равно что. Так, и я хотел вот что взглянуть, собственно говоря. А, так, достаньте вещи из сумки, получите. Где-то у нас было процентное соотношение, сколько мы с вами прошли сюжета. Кажется, это вот здесь вот. Да, вот сюжет 36. Ну что же, хорошо. Встретимся в следующей части. Всем удачи и пока.